Это видео снято для любого человека, который может заинтересоваться, чем же занимался Алексей Воробьев 1 января 2008 года, ровно в 10 часов утра. И, друзья, ответ очень прост. Если бы в мире проводился чемпионат мира на самую идиотскую идею, то я думаю, я бы ее выиграл. Да, абсолютно точно. От штанги в ворота. Ну разве не красавчик? Брависсимо. Сегодня я не спал уже, наверное, больше суток. У меня было 3 концерта. И сейчас, ровно в 10 часов утра, я стою на футбольной площадке. Надеюсь, это будет не последняя съемка моей видеокамеры. Жива, жива красавка. Веселуха. Говорят, футбол – спорт коллективный, но я очень давно не играл, и все. Сейчас то, как забивают голы настоящие профессионалы. Никогда не делал это на камеру. Вот так вот провел я свое утро 1 января. Вот и все. Ну бывает. А вот это на зачет.
Вот такое вот оно получилось. Утро 1 января. Если честно, мне от всей души хочется вас всех поздравить и сказать, что мой румянец на щеках доказывает одно. Главное, от всего получать удовольствие и жить так, как тебе хочется. Веселитесь и будьте счастливы.